стоишь за воротами, то угрожаешь? Нет, я не угрожаю. Очень хорошая жизнь. Не знал, как тебя зовут. Вот в честь тебя приготовил, вот честно, блюдо. Вот. Это собачье дерьмо. Вот, пожалуйста. Мне сказать больше нечего. Хотела походить пожорить. Будет у тебя замечательно. А другое? Понимаешь? Ты хотела еще рассказать. Так. Может быть, Вика хочет что-то узнать? Нет, я не хочу ничего узнать. Дима вроде хотел сказать ей что-то другое еще. Да, вообще, советую тебе больше не появляться. Поняла? Давай. Ой-ой-ой. Ты ой-ой-ой. Помимо этого хотела еще сказать. Не скажешь. Скажи сейчас, в лицо. Ди, лучше бы поговорить. Можно в лицо сказать? Да что мне с ней делать, обезьяна? Ну ты сейчас проявляешь слабость. Вчера Алена Пинченко от души повеселилась на вечеринке. Да так, что даже забыла, что с ней произошло. Ты помнишь все, что ты вчера делал? Я ничего не помню. Не сделал ли ты чего-то такого, за что тебе, по идее, должно быть стыдно? И теперь Никите Бабыкину предстоит выяснить, что же случилось между Аленой и Артемом Грантом. Тема, расскажи, что вчера вообще было? Прям хронологию событий. Она говорит, я хочу выпить. Она еще до этого говорила, я хочу выпить, сегодня напиться. Типа, такое настроение, хочется выпить, давно не пила. Я ей наливал, и вот, не знаю, какой третий, четвертый был по счету. Уже лыка не вяжет, я говорю, все, хватит. Потом вот эти все движухи, которые были, танцы, там, ты это все видел в сторис, там, с Алиной. Я сразу вчера говорю, что она к тебе приставала, там, должна была, по-моему, нафига. Ну, говори, как есть, уже все говори, я, ну, что уже скрывать? Ну, это было, типа, мы стояли в лесу, она просто мимо проходила, там, что-то ущипнула, там, так. И все, больше ничего не было. Больше ничего не было, нет. Это единственное, потом... Блин, я не хотел это говорить. Она, может, там, не знаю, даже когда, в общем, ну, она, может, перепутала с Альбиной меня, ну, потому что она не в минозе была. Не надо ее оправдывать, Артем. Такие отношения не нужны. Обрубать просто надо раз. Да, не обрубать сейчас тебе надо. Мне кажется. А на что? А что делать? Договориться. Да, о чем договориться? Ты серьезно же вместе. Ну, я не знаю. Блин, я не знаю. Ну, она всегда, как бы, когда выпит, она перебирает. Отношения он тебе предлагал? Отношения. Он сказал, все в отношениях. По телефону это было сказано. Последний мой звонок. Я понимаю, возможно, это где-то была шутка, но если человек находится в отношениях, и если у вас дело к свадьбе идет, зачем так шутить? А ты можешь скинуть мне все переписки? Конечно. И все звонки, которые у тебя есть? Может, можно поговорить просто без меня? Может быть, я вас стесняю? Нет, не стесняешь. Пойдем. Нет, я не хочу. Пойдем. Дим, нет. Я хочу. Как ты, не надо, ты же с ней разговаривал, теперь я хочу с ней поговорить. Хочу, она рассказывает о том, что в диалоге звучала речь о том, что ты с ней в отношениях теперь будешь. Чу? По звонку по последнему. Я отвечаю, я такого не говорю. Ну вот она рассказывает, я попросила у нее. Ну давай запись этого. Давай, все записала. Хорошо, давай, замечательно. Дим, ты предлагал этой девушке интим? Да. Интим, да. Я сказал, что мне на нее я хотел просто назвать. А что тогда ты ее оскорбляешь, Дим? Ну ты попался. И что, смотри, видеть не видел. Она бы приехала, бы трахать не стал. Дим, даже. Будь мужчиной. Слушай, хотела хайпануть бабу. Она хотела сюда специально зайти. Она хотела хайпануть. Ты куда полез? У тебя девушка есть. И ты хочешь ее пригласить на чай и все выяснить, чтобы мы не мерзли здесь? Да? Пойдемте. Пожалуйста. Класс, а потом не говори, что это я развожу. Я не помню этого. Надо мне не оправдывать, но если бы я помнила, я бы объяснила, что у меня тогда на уме было. Я не хочу ничего выяснять. Давай просто расстанемся, я сегодня уйду. Я не хочу, чтобы ты уходил. Я решил, я сегодня ухожу. Я устал. Я тоже устал, так чуть. Я устал быть непонятно кем в этих отношениях. Если бы все было норм, я бы этого не делала. Я себя так не оправдываю, но... Но? Думаю, без огня не бывает. Это не оправдание? Я сказала только, что я себя не оправдываю. Да, я... Ну, я не могу объяснить, почему я это сделала, но я не должна была этого делать. И согласна с тем, что твой уход — это решение проблем. Я не хочу. Сбегают только слабаки. Я не хочу решать проблемы. Потому что ты многое себе позволил. Да,
вообще хотел донести до всех, до людей, твой приход сюда? Просто показать, кто человек на самом деле. А если бы вы переспали, ты бы что сделала? Так же то, что бы хотела донести бы? Нет, навряд ли я бы сделала. Да, это из-за того, что я тебя заблокировал, да, и не трахнул? Да. Да? Да. Смотрите, похоже. Обида там, обида там. У вас очень много общего. И все, то есть тебе, Дима, как молодой человек, не интересен, ты просто хотела показать истинное лицо? Нет, интересен, мне понравился. Можно заново тогда историю? Просто вот смотри, Дима рассказал, что друзья говорят, вот есть там девочка очень прям хочет прям познакомиться прям с Димой. Такое было или не было? Сказал общему другу, что симпатичен один человек. Потом мне приходит сообщение от Димы. И я такая, ого. А тот друг не говорил о том, что у него есть девушка? Сказал, что была какая-то. Что она ему особо не нравится. Вы встречались на лайте? Я думал, вообще лайт. Пофиг. Я не заметил, когда этот лайт стал серьезным. Когда он стал серьезным, уже было поздно выставлять какие-то рамки, потому что я уже был в твоих рамках. В любом случае, я благодарен тебе за все. В любом случае, нет, я вообще. Ты не уйдешь. Мне тоже. Я уйду. Прямо сейчас пойду и буду. Нет. Ты, я твои шмотки запрячу, ты не уйдешь. У тебя есть сегодня суббота? Да. Воскресенье? Не знаю. Воскресенье. Ты пишешь во вторник, там, понятно, это утро. Во вторник, вот, мы приехали. Привет уже, в 12 часов ночи, привет, отхожу, тяжело, много съемок навалило. Да, первый день сегодня, не спал, сейчас лег вот только. Когда? Я уже вернулась. Ты пишешь, она спрашивает, когда в гости? Сука, я хочу записывать. Вывезти. Напишу тебе. Вы отправляете друг другу сердечки, сладких снов. Воскресенье, вот суббота съемки, только сейчас освободили. Что вы мастер? В аду. Это уже другой расклад. Просто этой части нету. Какая гнида ты! Чтоб тебе там же подставили весной. Что все это? Ты просто хотел... Я тебе сказал, что я заблокировал, сделал свой итог, сделал свой выбор, все.